порядок, выделяя милицию. Вот смотрите, мы не можем проехать. Вот нас 120 человек, приехали люди, акция, перекрыли. Что нам делать, подскажите? Смотайтесь до кого? Министерства внутренних дел. Сказать, нас от насильно удерживают, правильно или как? Взяли, типа, як, террористичный як, что? Ну, вот так, ну, за три. Во-первых, вы должны были вызвать. Как вы видите ситуацию, так вы и вызываете. Это ваша власть. То есть вы нам ничем не можете помочь? Мы, значит, охраняем административную прямо прикордонный режим, контролируемый протоколом. Мы не можем заехать. Мы не можем заехать. Помогите нам, пожалуйста. Ну. Я еще раз говорю, за правопорядок отвечает органы министерства. Хватаетесь, есть это как до сих пор. Давайте позвоним на 102. Так вон органы стоят. А можно вас закрыть? То есть есть дебош. Дебош. То есть это не акция, это дебош, правильно? Меня спросили, есть ли какие-то дебоши. Я говорю, это что? Ну что нам делать? Вот подскажите. Ну, вот. Я еще раз говорю, за подтримку правопорядка. А милиция стоит на личной обуви. Ну так звертайтесь до милиции. На личной обуви. Нам не пора лезть. Звоните 102. Она все здесь. Давайте позовем товарища милиционера. Вон вони, он вони заховались уже трошки назад. Поки ще не потекали, можна втіймати. Позовіть його сюди, давайте пусть он тоже скажет своє слово.